Слушайте, конечно, хочется всегда просыпаться в идеальном состоянии. При этом даже я, вот обладая, казалось бы, густыми бровями, ну, все равно их подкрашиваю и стараюсь как-то за ними ухаживать. Но как же ухаживать профессионально, в домашних условиях и не тратить бешеные деньги на походы в салоны, а при этом просыпаться, ну и достигать сразу какого-то хорошего результата, а не с помощью водостойкого маркера, да? Сегодня нам об этом расскажет представитель бренда, да, Концепт. И сейчас рядом со мной ведущий технолог данного бренда Ольга. Оля, привет. Добрый вечер, добрый вечер. Также у нас сегодня есть Катя, тоже ведущий технолог бренда. К ней мы перейдем немного позже. Оль, ну расскажи, пожалуйста, во-первых, что это за бренд, откуда он, сколько лет на рынке? Вообще, пару слов о нем. Ну, достаточно на рынке мы давно. Мы с 2007 года. Это российский бренд, который имеет свою научную лабораторию, который имеет свой великолепный завод, это у нас находится в Воронево, да. Который имеет десятилетнее поколение, уже не только мастеров, которые, да, только нас познакомились, но уже те, которые выросли с нами, уже профессионалы, которые уже и работают, и обучают на нашей торговой марке «Концепт». Но и при этом я понимаю, что сегодня на Озоне действительно действует хорошая скидка. Чтобы получить данную скидку, у вас будет промокод все это время на ваших экранах. Да, он будет то появляться, то исчезать. Главное его не упустить. При этом сегодня у нас в перечне товаров есть на данный момент 5 позиций. Да? Но товаров всего 2. Здесь главное не перепутать. Вы потом поймете, в чем отличие. Я так понимаю, здесь в оттенках будут отличия. Конечно. Да? В оттенках, и помимо оттенков, есть особенности действия профессионального красителя. Мы сегодня будем о них говорить, показывать особенности, делать акценты. И самое главное, мы хотим до наших любимых потребителей донести, как дома получить услугу самостоятельно, потратив меньше денег, меньше времени, получив прекрасный результат, качество, запрограммированное. Ну, это очень здорово. Но о каких же двух продуктах сегодня будет идти речь? Конечно, мы сегодня поговорим о том, что как же дома получить тот незабываемый взгляд прекрасный на долгое время длительно. Да. И будем говорить о двух продуктах. Первый продукт – это крем-краска для бровей и ресниц. Угу. И вы легко не перепутаете, как потребитель его. Здесь нарисован у нас ресничка, да, и бровка. Да? Никогда не перепутаем. Она представлена тремя цветами – черный, коричневый и графитовый. И второй продукт, который мы будем говорить, это крем-краска для бровей с эффектом татуажа. И здесь, посмотрите, да, мы уже увидим, что только акцент может сделать такая четкая линия, которая говорит о том, что более плотный прокрас и только для бровей. Представлен двумя цветами коричневый и черный. И еще раз акцентирую внимание наших людей, которые не знакомы, только для бровей. Ни в коем случае нельзя использовать для ресниц. Так, то есть смотрите, здесь есть четкое разделение, да. Но и при этом я хочу сказать, что уже на наших экранах сейчас появился промокод, вот он, заметьте, вот SSS555, легко запомнить, но лучше сразу либо записать, либо уже сразу его вбить в качестве своего заказа. Как же вбивать промокод? Все очень просто. Смотрите, вы входите в карточку товара, вы добавляете в корзину, вы переходите в корзину, и после этого вы как раз таки, когда он оказался у вас в корзине, вы уже можете как раз таки вбивать потом промокод. Переходите вниже, перейти к оформлению, например, да, и в данном случае подробнее вы можете даже оплатить заказ. Все это достаточно просто, вы также вбиваете промокод и получаете вот тот свой великолепный, скажем так, подарок со скидкой. Ну что ж, я думаю, что сегодня у нас еще также представлены две очаровательные модели в студии, да. И мы будем все это проверять. Конечно, мы будем смотреть с вами, как смешивать этот продукт. Потому что все-таки мы говорим, что он профессиональный, да? Да, и мы хотим, чтобы те пользователи, которые дома делали эту процедуру, сделали ее наиболее комфортно, наиболее качественно, и чтобы были довольны тем, что произошло дома у них, хотя они не являются мастерами. Мы будем показывать, что какой эффект до, да, мы увидим бровь, какой эффект после, когда мы воспользовались нашим продуктом. И будем смотреть и говорить о том, что принципиально полезного, для чего он нужен.
чем он лучше, да? Да. И, может быть, зачем его мне стоит брать домой? В том-то и дело, да. Многим очень интересно, потому что, на самом деле, кто не знает, дома часто не рискуют что-то делать, потому что нанесли, обычно там передержали. Вот сегодня даже хочется какой-то, знаете, такой крупный рецепт от вас, такой вот стандартный, потому что многие переживают. Передержала, вышла вот блондинка, а тут как будто, извините, ну вот такая восточная женщина из турецкого сериала какого-нибудь, понимаете? Да. Я с вами согласна, хочется дать прям такие четкие маркировки, чтобы не ошиблись люди, когда воспользовались продуктом, чтобы не произошло неприятности, потому что мы все-таки говорим, мы профессиональный продукт, а сейчас мы рассказываем тем нашим девочкам, которые, может быть, не являются мастерами, сейчас появилась новая профессия бровист, да, знаете, да, за последнее есть. Время, ну вот, и чтобы они могли получить просто потрясающий результат. Ну, наша задача сегодня. Давайте тогда мы сейчас, может, начнем это испробовать. И с кого начнем, Оля? Тебя или с Катей? Давай перейдем к Кате. Я думаю, сейчас Катя нам расскажет, что она будет делать. С удовольствием, да, я тогда отправлюсь к ней. Кать, еще раз привет. Что сегодня мы делаем, какие последовательные шаги? Ну, на данной модели мы решили продемонстрировать краситель с эффектом татуаж, для того, чтобы было максимально показательным. Мы подобрали определенную форму бровей. И, ну, по цвету, я думаю, что для данного образа нам подойдет коричневый цвет. Смотрите, в данных красках у нас два варианта коричневого. Да. То есть и здесь есть коричневый, и здесь есть коричневый. Но они отличаются по цвету. То есть с эффектом татуаж он более пигментированный и смотрится на выходе холоднее. Угу. То есть, соответственно, немножко потемнее. Блондинки должны быть максимально аккуратны, потому что если, допустим, взять для блондинки такой коричневый, со временем нужно поиграться. Вот, то есть сократить немного время выдержки. Данный коричневый цвет, он на выходе получается более теплый. Мы его продемонстрируем на нашей следующей модели. Вот, он не оставляет прокрашивания на коже. Это основное их различие. Да? То есть здесь у нас нет прокрашивания на коже, а здесь прям ярко выраженное четкое прокрашивание, которое держится в течение недели. Плюс-минус. Это тоже зависит от кожи. Предварительно мы здесь обработали кожу средством, мицеллярная вода, что-нибудь спиртосодержащее, вот, для того, чтобы обезжирить. Этого достаточно? Да. Ну, просто вот многие переживают, они не знают, как подготовить, надо ли там смыть полностью макияж, естественно, да, там вот все обезжирить и только после этого делать, правильно? Конечно, да, обязательно нужно удалить полностью макияж, сделать демакияж, вот, обезжирить кожу, и если кожа достаточно жирная, пористая, можно предварительно проработать кожу скрабом, ну, для того, чтобы очистить ороговевший вот слой, и чтобы он не препятствовал проникновению красителя именно в кожу. Но это как раз-таки идет для красителя с эффектом татуаж. Сейчас я, наверное, приступлю к размешиванию. Пропорции смешивания тоже очень простые. Все прописано в инструкции. Мы делаем две части красителя и одну часть оксиданта, который у нас здесь представлен в таком формате. Вот. Расхода хватает, ну, то есть на процедур 15. Вот данной упаковки, вот сейчас буду извлекать. Приблизительно пропорции смешивания классические 2 сантиметра краски и 5-6 капель оксида. Смешиваем мы, получается, ну здесь мы сделаем чуть поменьше, можно сократить пропорцию где-то сантиметр. А я сразу тебя уточню, да. Две обе жидкости идут в комплекте или конечно, же нет? Конечно. Ну потому что некоторые, знаешь, производители продают сначала что-то одно, а потом нужно где-то найти другое. Так. Угу. Крем-краска, то есть такая вот представлена. Для того, чтобы краситель дольше хранился, мы должны будем перед закрытием немножко подвыдавить, выпустить воздух из тубы и закрутить крышечку. Угу. Вот таким образом. И так краситель будет дольше сохранять свои качества для последующих окрашиваний. И оксидант, активатор, мы делаем приблизительно 3-4 капельки. Вот так вот, на 1 сантиметр. Так. Далее смешиваем. Но судя по тому, сколько ты добавляешь, в принципе, этого на долгое время хватит, да? Вот именно многоразовое использование будет. Да, да. Если делать, как прописано в инструкции, это тоже, конечно же, зависит от бровей, ну, которые у вас имеются, от плотности волос и так далее. Для того, чтобы здесь, на данной модели, у нас волосы не особо густые на бровях. Вот, поэтому я решила развести, ну, как бы чуть-чуть поменьше. Получается сантиметр и меньше капелек.
Вот. Если брови густые, плотные, конечно же, нужно краситель накладывать, то есть не размазывать, а именно накладывать, для того, чтобы был более четкий контур. И чтобы пропиталось, да, получается, чтобы по периметру? Да, чтобы все пропиталось, вся кожа была пропитана, и, соответственно, он сработал как, ну, эффект татуажа, да. Сейчас буду наносить. Так. И опять же, вот мы наносим, получается, на уже, грубо говоря, выщипанную форму бровей, да. По ней. Да, угу. Да, то есть мы предварительно подготовили здесь брови, и мы будем начинать нанесение с середины брови. То есть форму будем рисовать условно, да, она у нас начинается от, ну, условные линии проводим, да, получается, от края носа, от крыла кончика до основания носа, потом через зрачок мы, получается, делаем как бы дугу. Но здесь все условно, как бы, да, под форму лица, под форму брови, и уже кончик выстраиваем вот через вот такую вот условную линию. Угу. Так, ну скажи, пожалуйста, вот тут очень важно не заходить на кожу, или мы потом сможем чем-то, ну в случае, знаешь, если рука не наметана, попадаем на кожу, мы сможем потом чем-то это стереть? Смотрите, сейчас я буду делать нанесение, угу. Далее я, конечно же, ватными палочками сделаю более четкий контур, и потом у нас получается, если... уже после окрашивания, да, останется что-то, какие-то излишки по краевой, да, контура, то мы можем удалить средством для снятия краски с кожи. Оно у нас также представлено в нашем бренде. Ольга про него может вам рассказать. Так, ну и сейчас тогда, пока ты наносишь, мы сейчас вернемся к Ольге. Оль, так что это за средство получается? Это специальное профессиональное средство, разработанное в нашей научной лаборатории, которое позволяет удалить остатки красителя, как, допустим, это может быть профессиональный краситель, да, также для бровей и ресниц, просто намочив на ватный диск, слегка потереть, а затем протереть влажным диском. Угу. Очень удобно. То есть, если да, даже вот, ну, как бы я вам сейчас открою, да, почувствуете аромат, он не имеет неприятного запаха, не вызывает аллергической реакции, достаточно на долгое время хватает. И есть какие-то лайфхаки наших пользователей, но, честно говоря, мы как профессионалы все-таки говорим, что он специально предназначен для удаления красителя с кожи. Угу. При непосредственном воздействии какого-либо красящего пигмента. И либо мы говорим о краске для бровей и ресниц, либо мы говорим о красителе, когда клиент красится достаточно темный тона, шоколадный, красивый, да, или сине-черный. Да. А скажи, пожалуйста, а вот в чем отличие краски для бровей и ресниц и краски с эффектом татуажа? Конечно, есть самое главное отличие. Краска с эффектом татуажа предназначена только для бровей, потому что она прокрашивает поверхностную часть кожи. Угу. Поэтому, если мы воспользуемся ей для ресничек, да, ну вы представляете, как, что может получиться. Что может прокраситься, да, да, нижнее, да, веко, верхнее веко. Ну, скажем так, сейчас это не в тренде и не в моде. Угу. Мы можем получить неприятный результат. Я думаю, что достаточно этим лучше не экспериментировать в домашних условиях. Ну да. А вот, вот вообще интересно, а содержатся ли какие-то такие ухаживающие компоненты в красителе? Ведь иногда краситель, ну, просто высушивает все, ну и потом волосы, ну ты понимаешь, что ты уже красишь, а там уже и волос, грубо говоря, нет, да, там на бровях, например. Да, конечно, обязательно. В любой профессиональной косметике существует не только запрограммированный результат на укладку пигмента в структуру волоса, но и обязательно уходовые компоненты. И здесь у нас находится самый потрясающий компонент, это касторовое масло. Угу. Потому что, если у кого были в детстве бабушки, да, вспомните, что бабушка учила ухаживать за волосами. Да, да, да. Да, помажки. Да. Сейчас совсем другие технологии, совсем другие разработки, которые позволяют более концентрированно добавить его в продукт, получить наибольший уход. Потому что, ну, я знаю многие девочки, особенно моего возраста, да, девочки, я все равно их буду называть не дамы, которые уже после 40, мы понимаем, что возрастом мы теряем качество фолликул волос, да. И волос становится меньше, да. Например, появляется такая причина, как, скажем так, точечная, как будто волос нет, выпадают они. В принципе, смотрите, вы знаете, вот вообще на самом деле, сколько волос, количество волос на брови у человека? А, нет, не знаю. Больше 250 тысяч. Что? Да, да. Это у тех, допустим, где это они? Как у меня, да, да. Это, вас гораздо больше, у вас будет до 1000.
Саша, давай пересчитывай. Так, это будет гораздо больше. И действительно, со временем происходит изменение гормонального фона. А еще есть такое понятие тренды моды. Помнишь, раньше было, когда выщипывали тоненько бровь, и из-за того, что выщипывали, не сохранилась фолликула волоса, да? И вот тогда мы здесь уже возьмем для бровей, чтобы сохранить прокрас брови, сохранить гораздо четко ее, чтобы ушла вот эта там дырочка какая-то получалась, да, у нас. Мы возьмем крем-краску с эффектом татуажа. Вот, ну то есть это действительно удобно, а при этом давай уточним сейчас, вот спрашивают уже зрители, а какое именно средство сейчас наносят? Как оно вот правильно называют, чтобы они его сейчас заказали? Сейчас Катерина наносит крем-краску с эффектом татуажа. Цвет, Катерина? Коричневый. 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 А вот тоже интересный момент. А вот как выбирать правильно краску? Ну, например, вот, да, вот мне вот, например, кажется, что мне, например, лучше чуть-чуть даже светлее, чем мой тон, чтобы не было прям сильно черного цвета. Это вообще очень интересная тема, потрясающая, потому что, смотрите, сейчас в моде это натуральность. Да. Сейчас немножко отходит в сторону перманентный татуаж, да, знаем, когда он был очень модный, когда дает такую четкость бровям, восточность, размах с четкими границами. Сейчас это натурально, и как советуют бровисты, вообще профессионалы, они говорят следующим образом. Если вы брюнетка, то вы должны выбирать цвет бровей на тон 2 темнее. Ага. То есть у вас все хорошо. Понятно, так, ладно. Все прекрасно. Если вы блондинка, краситесь в блондин, допустим, как я, то в априори всегда не промахнетесь коричневые оттенки, натуральные. Но сейчас есть такие модные тенденции у молодежи, когда обесцвечивается бровь и красится, допустим, какие-то яркие оттенки, даже зеленые, например, вопрос. То есть это отражение человека на самом деле. И ведь вообще брови, она несет в себе позыв эмоциональный, да? Да. Дамы, скажите, наверное, на сегодняшний момент, наверное, вообще брови стали актуальными. Вообще, да, они так сразу открывают глаз. И сегодня, слава богу, тренд на более натуральный внешний вид, чем вот это, когда был татуаж символом, да, Луны, грустный Пьеро, вот эти вот, да, все образы, которые потом не избавиться от них. И когда постоянно мы в масках, чем еще мы можем, девочки, привлечь себе внимание? Конечно, это взглядом. Взгляд – это бровь. Да. Это можно подмигнуть, можно, да, удивиться, можно показать свое настроение. Бровь играет очень огромную роль. А еще, вот знаете, как оказывается, это Массачусетский университет провел исследование. Если человеку сбрить бровь, то он не узнает даже своего родственника по фотографии. Вот это да, слушайте, ну это прям такой нонсенс, да? Интересно, я не знала, да. И что бы я хотела еще сказать, очень важное, для тех наших девочек, дам, ну все-таки это наибольший, наверное, процент наших потребителей, хотя сейчас мужчины тоже ухаживают за собой, потому что, ну это в моде, это модно быть ухоженным, хорошо выглядевшим, но все-таки большая аудитория это женщины. Я бы хотела сделать самый важный акцент как профессионала. Первое, что мы должны сделать обязательно, девочки, тест на чувствительность. Угу. Как делаете, знаете? Нет. На локтевую часть сгиба наносится смесь красителя. Вот в этом месте у нас самое нежное. Или может еще самое нежное место быть за ушком. Так. Но здесь не совсем комфортно самой нанести. Мы нанесли сюда, выдержали время, как для краски, от 15 до 25 минут. Смыли и в течение 24 часов смотрим, что у нас происходит с кожей. Потому что очень самый важный момент на настоящее время, сейчас очень много аллергичных людей. И самое главное противопоказание для профессионального красителя – проверить обязательно на аллергичность. Продукт очень мягкий, хорошо работает, и самое главное, у нас нет аммиака в красителе. То есть не щипит при окрашивании кожа, когда мы красим реснички, нет раздражения на брови. Это очень комфортно. Ну вот, например, я сама, я пользуюсь дома нашей продукцией, исключительно делаю себе брови, потому что у меня они светловолосые. А вот брови самостоятельно дома, да, делаешь? Да, да, сама. И мне не надо каждое утро вставать и делать макияж. Не надо краситься. Мой любимый встает утром и видит красивую бровь, грозную, да? Да. Так, но это удобно, потому что часто, ну вот брови, это, ну вот мне когда-то одна косметолог сказала, что это, считай, 60% лица. Да. Все, и это уже как бы, если готово, то ты уже звезда. Вот. Самое главное, и на сегодняшний момент натуральность, все, что подчеркивает, это брови лицо. Оно подчеркивает форму лица, оно подчеркивает красоту взгляда. Давайте посмотрим, знают многие тех людей, которые, допустим, являются альбиносами, да?
И так и хочется иногда немножко добавить света, чтобы брови были немножко оттенены. Или мы знаем восточных мужчин, которые с черными ресницами, да, и вы уже готовы влюбиться в эти миндалевидные глаза с пушистыми черными ресницами. Конечно. Те дамы, которые красят ресницами, наращивают, делают, особенно светловолосые, когда наносим тушь, то у нас прикроевая линия ресницы светлая, и может быть виден контраст. Но вот в этом случае мы как раз получаем просто классный взгляд с окрашиванием ресниц. Просто ну, это удобно, но и при этом я, конечно, хочу напомнить, что действительно промокод находится в правом углу сверху сейчас на платформе Озон. Вы все это приобретаете, вбивая данный промокод, вы получаете огромную скидку, и это большой плюс. Вот он, тот самый промокод, 72% скидка сейчас, вы представляете? Вот тот самый промокод. Так. Мне не дает коричневый оттенок. Сейчас тут пишут уже в чате, общаются между собой, да. Темная краска всегда уплотняет волос, а светлая истончает. Правда это или миф? Смотрите, сейчас, наверное, скорее всего, дамы спрашивают не про брови, а скорее всего спрашивают про окрашивание волос. И я думаю, что я им советую посетить, у нас еще будет план-стрим, когда мы будем говорить конкретно о красителе, мы столько расскажем интересного для потребителей. А то, что касательно бровей сейчас, мы в основном используем все-таки коричневый, напоминаю оттенок, крем-краска для бровей и ресниц. Это коричневый, черный и графитовый. Крем-краска с эффектом татуажа – это коричневый и черный. Поэтому здесь у нас светлых оттенков не имеется, потому что ну, нам нет возможности. Мы хотим все-таки подчеркнуть. Ну, это большой плюс, и тем более, что сейчас можно выбрать те оттенки, которые имеются в перечне товаров. Они есть, вы можете подобрать сейчас для себя. И я уверена, что, знаете, вот с течением жизни и времени мы уже плюс-минус понимаем те оттенки, которые нам необходимы, правильно? То есть, ну, ты же уже подобрала давно конечно, для себя оттенок. Конечно, и я хочу сказать больше, я могу в течение, чем хороша краска, да, для крем-краска да. для волос, чем хороша? Я могу сегодня покрасить светло-коричневым. А, допустим, через определенное количество времени хватает красителя на 3-4 недели. Это крем-краска для бровей и ресниц. Если мы говорим с эффектом татуажа, это хватает на 2-3 недели. Я потом могу поменять цвет. Допустим, вот я дама, которая я не понимаю, какой мне цвет идет. Я могу взять графит и, допустим, могу взять коричневый. И начать с графита. Это более оттенок легкий. Он более прозрачный. Посмотрели, не хватает плотности. Вы красители можете смешивать между собой. Вы можете в графит добавить коричневого, можно в графит немножко добавить черного, да, там, чтобы сделать акцент. Естественно, немножко, потому что если много черного добавить, он просто перебьет вам тот краситель, который хоть будет в основе. Слушайте, ну это большой плюс, а я сейчас вижу, что у нас да. сменилась у Кати модель. Кать, вот я так поняла, ты нанесла предыдущее средство как раз-таки, да? И насколько приблизительно по времени ты оставляешь его? По времени на 25 минут для максимального проявления результата. Также можно увеличить время на 5-7 минут для того, чтобы еще больше проявился краситель на коже. На волосках он и так проявится, а на коже, вот если хочется прям максимального эффекта, то можно увеличить время выдержки. Понятно. Здесь мы будем, можно посмотреть на модель. Мы видим тоже очень красивые брови, хорошая кожа. И я уже развожу краситель. Тоже цвет коричневый. И как раз таки будет очень показательно, да, то, что два коричневых цвета, как они будут отличаться друг от друга. Вот так вот смешиваем, тоже очень пластичная консистенция, очень удобно наносится. При этом ты вот как, ты на глаз сейчас или есть какая-то четко выверенная граммовка? Есть, конечно, на 2 сантиметра. На 2 сантиметра. На 2 сантиметра 5 капель. Вот вы сейчас запомнили, вот здесь Светлана как раз интересовалась, то есть вы это все отмеряете согласно именно своему, да, скажем так, образу своей внешности, да, потому что многие ориентируются на какие-то стандарты, которые где-то написаны у кого-то, на ком-то проэкспериментированы. Здесь есть четкая рекомендация. Да, четкая рекомендация, которая прописана в каждой инструкции, в каждой коробочке есть эта инструкция. Также, если вы понимаете, что у вас очень плотные и густые брови, то можно увеличить эту пропорцию. Опять же, две части красителя крем-краски и одна часть оксида, ну, активатора. Так, очень здорово. Так, и сейчас ты как будешь это наносить? Вот мне очень интересно посмотреть. Саш, ты как раз поближе сейчас покажи, потому что действительно такой некий мастер-класс, чтобы все запоминали.
Я просто буду выводить имеющуюся форму бровей натуральную, да. Они у нас достаточно плотные, широкие, волосков очень много. Обязательно нужно начинать от середины брови и промакивать каждый волосок так, чтобы он пропитывал кожу. Сейчас я на контур не обращаю внимания, потому что я потом его выведу именно ватной палочкой, чтобы он был опять же также более четкий. Угу. Вот. Но при этом кожа у нас не прокрасится как таковой. Да. Вот. А волоски будут коричневого цвета. Сейчас они у нас немножко светлее, такие более холодного оттенка, будут чуть-чуть потеплее. Ну и при этом действительно вот так распределить, в принципе, может каждый, конечно, стоя просто дома перед зеркалом, и это не составит никакого труда. Ну и, конечно, есть еще какие-то вопросы. А как часто вообще можно использовать краску для бровей и ресниц? Раз в 2 недели, раз в 1,5 недели. То есть, как бы, вообще запросто, если нет никакой аллергической реакции. Опять же, это можно проверить предварительно, как Ольга ранее рассказывала, да. Угу. И потом вот с каждым разом я буду накладывать поплотнее и выведу контур уже в последующем. Слушай, а при этом вот интересно, тут тоже вопрос про то, можно ли смешивать между собой оттенки, чтобы вывести какой-то свой цвет. Это вообще как, это возможно или это просто испортит эффект? Конечно, можно смешивать оттенки красителя, который является для бровей и ресниц, но не смешивать их друг с другом. То есть для бровей и ресниц и с эффектом татуаж лучше не смешивать, потому что, ну, может опять же возникнуть, да, там пощипывание какое-нибудь. Вот. А нашу краску, которая для бровей и ресниц, мы рекомендуем как раз-таки, ну, прям каким-то аллергикам, потому что она не вызывает как таковой прям аллергической реакции, если, ну, на определенные компоненты. Опять же, надо проверить изначально, да, и убедиться в том, что все хорошо. Так, но здесь тогда действительно обильнее накладываешь, конечно, я вот смотрю, да, прям, да, чтобы все... Потому что здесь брови изначально густые свои. Угу. Но и при этом я вот замечаю, ну, насколько я знаю, даже вот в салонах процедура просто по коррекции бровей, там, да, и минимальные окраски, обычные там хной или просто краски, может стоить от там 1500 и выше. А здесь же мы говорим не про одноразовую акцию, правильно, Оля? Мы говорим про то, нет, что, конечно, данного средства хватит на подольше, на там долгое время. Все как раз и выгодно тем, что хорошо вы берете домой, вы делаете самостоятельно, это очень просто. Я бы хотела тогда вот познакомиться, что вообще находится в мини-сете, да? Я возьму на примере крем-краски для бровей с эффектом татуажа. Смотрите, во-первых, эта коробочка достаточно небольшая, она миниатюрная. Она размером, да, вот, ну, в принципе, с мою ладошечку. Вот так она помещается. Здесь находится крем-краска. Вот она, да, у нас. Смотрите, каким образом. Небольшой туб. Мы говорим о крем-краски для бровей с эффектом татуажа. И при этом я, конечно, хочу вот здесь параллельно еще сразу ответить, да, потому что у нас здесь как раз-таки вот сразу этот перечень, и вы сразу находите, да, например, тот самый крем-краску, вот, 502 рубля. Но при этом, смотрите, кто-то писал про цены. Сейчас, вбивая промокод, который позади меня сейчас и все это время на ваших экранах, 72%, да, экономия, это приличная экономия. При этом, вот вы знаете, даже не нужно быть великим математиком, чтобы буквально сразу понять, сколько это будет стоить. Это будет стоить порядка 140 рублей. Вот, если прекрасно быть точным, 140 рублей 56 копеек. Это практически год прекрасного взгляда, да? Угу. Кто-то просто писал, что на другой платформе купили дешевле, но вот тот, кто написал там цену, да, она дороже. Она дороже, чем сейчас на Озон, поэтому... Я сочувствую, что вы уже купили. Я считаю, что нужно взять еще тюбик. Можно про запас. Да. Сроком годности не открывая, достаточно долго, около 3 лет, если не открыть тюбик. Не больше года, если вы его вскрыли. Давайте с вами смотрите дальше. Помимо крем-краски у нас находится стаканчик прекрасный, куда можно сделать красящую смесь. У нас потрясающая кисточка для окрашивания. И, конечно, оксидативная
продукт, который как раз обеспечивает проявление нашего красителя на бровях. Прости, я тебя на секунду перебью. Вот здесь Оксана переживает, что нет промокода, и пишет, чтобы мы ответили на вопрос. Смотрите, вот у меня сейчас в корзине, у вас наверняка такая же корзина, находится товар. Что мы делаем? Да, мы нажимаем «Перейти к оформлению». Вы нажали на этот пункт. Идет небольшая загрузка. Да, потом, смотрите, что очень важно. Вы опускаетесь ниже и находите как раз-таки промокод. Сейчас мы проверим, потому что обычно он... Все верно. Перезагрузите страницу, видите, тоже с первого раза не загрузилось. И вот здесь внизу промокод. Сюда вы вбиваете промокод, и тогда у вас та самая скидка 72%. Прости, Оль, все, можем продолжать. Нет, все прекрасно, так. Потому что это важно. Человек захотел купить продукт, это важно. И, конечно, смотрите, обязательно к этим потрясающая четкая инструкция. Вот я, например, да, послушала передачу. Послушала что-то и часто забываю вообще, сколько капель, да, ну вообще. Да. Вот здесь вы никогда не забудете. Есть четкая инструкция, которая начинается опять с теста на аллергическую реакцию. Сколько красителя, каким образом, сколько времени выдерживать. Вы никогда не запутаетесь, получите качественный результат. И плюсом, вот здесь еще есть такая коробочка, на коробочке тоже есть. И состав вы можете посмотреть. И также находится инструкция. И время выдержки, то есть все для вас, любимых дам, которые хотят проэкспериментировать. Знаешь, даже были случаи, когда люди, начиная пользоваться профессиональной косметикой, уходили в профессиональную профессию, да, становились парикмахерами вдруг, потому что дома воспользовались, им понравился результат. Может быть, кто-то ставит бровистом. Сейчас это модно. Люди очень быстро меняют свою профессию. Да. И вот наш продукт, он очень прост, очень экономичен. Ну и еще, конечно, я вот сама крашу брови, у меня брови достаточно тонкие, и обратила четко внимание, знаешь, какое, что стали расти лучше брови. Ага, то есть как бы идет питание, но, наверное, это за счет как раз... состава касторового масла и за счет отсутствия мяка, вот как раз не надо бояться, да, что они истончатся, они станут хуже. И еще, как профессионалы, такая фишечка от нас. У нас в структуре волоса, который отвечает за толщину, очень важным показателем является пигмент. И вот когда мы красим брови, мы искусственно вводим пигмент, который может выцветать, там, допустим, да, теряться. Угу. Пожалуйста, вы получите потрясающий результат. Кстати, ну, наверное, очень интересная есть история из моды бровей, да? Да, да, да. Вот, например, в средние века женщины вообще сбривали бровь. А, и рисовали потом. Монолиза. Ну, нет, да, Монолиза да. Вообще без бровей. В моде был высокий женский лоб. И брови просто сбривались. Пожалуйста. Сколько я сегодня хорошего узнала, да? И про то, что там у меня почти 1000 вот этих вот волосяных, да? Ох, интересно. Вот, например, в Древнем Египте, знаете, божество была кошка, да? И вот когда у хозяина умирало его божество, я кошатница, хозяин сбривал бровь. Это был знак того, что он скорбит по своему другу, питомцу. Поэтому брови, это очень важно. Обязательно надо дома брать, ухаживать. Быть красивой, быть очаровательно эротичной, подняв брови, да, подмигнув кому-то. Может быть, где-то надо брови свести, погрозить. Это все настолько индивидуально. Физиогномисты, это люди, которые занимаются по внешнему виду, определяя характер человека, как раз вот тоже говорят, 60% наших эмоций отражается, да, бровями, глазами. Мы можем быть томными, можем быть злыми, можем быть задумчивыми. Да. Все, брови с ресницами. Они как бы все, они сильно являются таким, как бы, да, там, такой вот как рамка для глаз, да, вот что-то такое обрамление красивое, да, стильное, да. И в наше ритмичное время, смотрите, вот я, например, сама, как, не уже как парикмахер, да, не как стилист такой, скажем, я как потребитель, ну, не всегда могу успеть к мастеру своему. Настолько ритм, настолько темп такой, все это загруженность, когда я беру дома, у меня всегда под рукой, вы знаете, вот, пошла ужин готовить, нанесла, выдержала время, прекрасно 25 минут. Если хочу поплотнее, добавила 5-10 минут, просто удалила водой. Для тех девочек, когда сейчас наступает лето, пора, да, идут дожди, мы всегда переживаем, это надо водостойкую тушь, она не всегда хорошо смывается. Здесь у нас всегда окрашенная бровь, у нас всегда темная ресничка, у нас всегда томный взгляд. И не требует никаких дополнительных уходов. Угу. Ну, то есть это действительно большой плюс. И при этом сейчас, наконец-то, как бы в моду все-таки входит натуральная красота. Однозначно. Понятно, что мы там, да, там едем на море, потом выцветают брови, еще что-то. И хочется как-то подкрашиваться, но все равно не хочется наносить тонну косметики каждый день. Правильно?
Сейчас все связано, наверное, сейчас очень хороший период времени, да, когда женщина настолько раскрепощена со своим внешним видом, она может естественной быть. Да? Угу, с естественной, да, бровью, не надо ее тонко выщипывать, с естественным взглядом, не надо наносить большое количество косметики, можно носить кроссовки под, да, какой-то классический костюм. Наверное, вот в этом прелесть. Плюс к этому, скорее всего, сыграла какая-то та пандемическая ситуация, когда мы за то время, когда были в гордом одиночестве, смогли восстановить наши бровки, привести их в естественный вид, и это становится очень модным. Да. Есть люди, которые по состоянию бровей занесены в книгу Гиннесса. Знаете, какая самая длинная бровь? Нет. 6 сантиметров. В 2006 году зарегистрирован такой факт. А вот, например, в Азии в средние века очень было модным, по-моему, если не ошибаюсь, в Китае, если у дамы были сросшие на переносице волосы. Это считалось эталоном красоты, угу, и, ну, просто невыразимой какой-то сексуальностью женщины. Вот это да. Но при этом вспомним даже ту же Фриду, да, у которой действительно, да, была, да, монобровь, и при этом она славилась страстностью своей натуры. И как бы, да, вот, пожалуйста. Нет, так я вообще считаю, что если это вы это цените, если вы за этим ухаживаете, мы не говорим, да, вот этом вот безобразии, когда все в разные стороны, но при этом всегда можно уложить потом хорошо прокрашенную бровь. Конечно. Да? Ну и женщина или дама, девочки, они чувствуют себя спокойно, потому что ты понимаешь, то есть мы можем провести по лицу рукой, потереть где-то брови, у нас где-то попала влага, и у тебя край твоей брови потерялся, потерялась форма, а ты этого не видишь, это видит окружающий, а вдруг важное свидание, а вдруг, да, важная какая-то встреча просто, внутрь взяли, провели, потерли, все, брови нет. Когда мы воспользуемся крем-краской для бровей и ресниц, у нас никогда не возникнет такой ситуации. Мы можем воспользоваться крем-краской для, с эффектом татуажа для бровей и получить еще прокрас кожи, когда будет более плотный. Это вот для тех девочек, которые любят, ну, вот такую, знаете, азиатскую уже, такую, угу, вот бровь, которая хорошая, плотная. Или для тех девочек, которые, допустим, ну, очень тонкобровые. Ну, бывает, угу, такое, да? Да, вот так вот, тонкий волос, тонкая бровь. Здесь мы можем на неделю спокойно сохранить прокрас. Конечно, на коже она не проникает глубоко, она только находится на поверхности. Угу. Здесь ничего абсолютно страшного нет. Но при этом, мне кажется, что действительно сейчас, когда такая цена, и вот те, кто действительно приобретал где-то, и вы видели на других платформах дешевле, неправда, сейчас Озон действительно делает самое выгодное предложение, потому что, смотрите, вот что мы видим цену, да, в перечне товаров, вы сразу это замечаете, и от этой цены, благодаря промокоду, мы как раз-таки можем получить хорошую скидку. Посмотрите, вот сейчас прогрузится, например, перейти к оформлению, и что мы увидим, да, когда мы оформляем товар, мы вводим промокод, вот эта графа, промокод, сюда вбивается промокод SSS555, и скидка идет в 72%. И вот, Саш, я еще бы хотела наглядно показать, то есть, потому что зрители наши все-таки любят видеть глазами, вот 502 рубля минус 72%, это равно 140 рублей 56 копеек. Я считаю, что за средство, которое не одноразовое, ну, в принципе, вот сойти в салон, взять брови столько не стоит, нет, правильно? Вообще нет, далеко. Конечно. И ведь бывает, смотрите, ситуация в следующем. Мы всегда не знаем, какую мы получим услугу. Мы можем получить услугу, а нас не устроит. Очень тонкую бровь сделали, очень, да, темную бровь сделали. Здесь вы сам бровист, вы, да, сам стилист. Хотите, в графит вы добавили немножечко коричневого, хотите, в коричневый добавили немножко черного. Но еще раз, наши прекрасные дамы, пожалуйста, обращаю ваше внимание, две крем-краски. Угу. Краска, крем для бровей и ресниц с тремя цветами, черный, коричневый и графитовый, вот их смешиваем между собой. Угу. Можно смешивать, можно красить брови, можно красить ресницы. Второй продукт, крем-краска для бровей с эффектом татуажа, только для бровей, чтобы получить хорошие, ярко выраженные, прекрасные брови. Но и при этом вот здесь тоже уже идут вопросы, да, а ей же можно и ресницы красить, только не с эффектом татуажа или нет? Смотрите, с эффектом татуажа это краситель безаммиачный, в нем тоже находится уходовый компонент, касторовое масло, его задача более активно прокрасить не только структуру брови, но и кожу. Поэтому крем-краска для бровей с эффектом татуажа только для бровей. Угу, то есть только для бровей. Только для бровей, ни в коем случае ресницы. Смотрите, что получится. Вы нанесете, где-то у вас попало на веко,
и прокрас останется на долгое время. Ну, как бы, вот в профессиональном, пожалуйста, да, девочки, внимательные. Если только для бровей, вот только для бровей, пожалуйста, не надо думать, что вдруг случится чудо. Нет, чуда не будет. Ни в коем случае ресниц нельзя. Вот, так что замечайте. Ну, вот кто-то уже заказал даже, да, вот пишет стоимость, которая была. Так, 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 подождите, вот Оксана, а какой вопрос вы задавали, да? Просто идут со сплошняком вопросы, и здесь, возможно, ваш улетел. Сейчас проверим. Так, Оксана, в корзине, не вижу, куда вводить. Мы вам ответили на данный вопрос. Так, Оксана, куда писать этот промокод? Вы уже увидели, куда писать. Так, еще раз, специально для Давай. Оксаны, которая не поняла, куда писать промокод. Оксана, отвечаю вам на вопрос. Вот, смотрите, в корзине у вас уже есть, вот, да, в корзине. Переходим в корзину. Вот эта корзина, видите, здесь два средства. Вы нажимаете «Перейти к оформлению», вот, и что мы видим дальше? Сейчас идет загрузка файла. Потом вы опускаетесь ниже. До этого вы выбрали, где вы хотите получить заказ, да, можете изменить адрес. Посмотрите, опускаемся вниз. И вот промокод или сертификат, вы нажимаете, и вот здесь вы вбиваете промокод SSS555 и получаете скидку 72%. Вот ответ на вопрос. Так, ну что, а что у нас здесь происходит, Катя? Ну смотрите, здесь мы уже нанесли краситель, который для бровей и ресниц, только на брови, цвет коричневый. Сейчас идет время выдержки, мы засекли, здесь мы подержим 15 минут, нам этого будет достаточно. Для эффекта, да, одна бровь у нас уже окислилась. Также мы будем смывать поочередно, как наносили, так и будем смывать. Начиная, допустим, с правой брови я начинала. У основания брови мы чуть-чуть побыстрее подснимем, точнее пораньше. Так же, как и у предыдущей модели, я там уже подсняла немножко у основания, для того, чтобы не было прям такого яркого. Очень яркого взгляда. Угу. Вот, и, ну, всегда лучше смотрится, когда основание брови чуть-чуть прозрачное. Поэтому мы удалим оттуда краситель чуть-чуть пораньше. Также мы наносили краситель с середины брови, продолжая, продвигаясь к кончику. Вот, только в последний момент наносили на основание, прям ближе к переносице. Вот, ну, сейчас просто выдержим время, потом мы краситель удалим сухим диском. Далее удалим, ну, чуть-чуть протрем влажным диском, просто водой. И в конце, опять же, мы просто протрем сухим диском, и все. И все будет готово. Но и при этом действительно это не занимает какого-то огромного количества времени. Опять же, не надо никуда идти, не надо записываться в тот же салон. Вы сделали это все дома, и при этом, опять-таки, напоминаю, для тех, кто вот и уже купила, и уже разобралась, все отлично. Но и вы, если еще не разобрались, сегодня действует промокод SSS555. По промокоду скидка, и вы видите, какая, 72%. Вот даже написали, что даже у кого-то 138 рублей получилось. Ну что ж, наверное, какие-то бонусы от платформы Озон. Это здорово. Я считаю, что это хороший вариант, поэтому есть 138 рублей. Прекрасно, прекрасно. Просто практически вы получаете очень шикарный подарок от платформы Озон. Я считаю, что это просто потрясающе. Да. И смотрите, не надо никаких особых навыков и умений. Наверное, во-первых, во-первых, за счет того, что масса, вы видели, когда Катя наносила, очень пластичная. Она не капает, она не течет, она очень равномерно наносится. Когда мы выдавливаем продукт из тубы, он изначально белого цвета. И вот сейчас, когда мы показывали уже нашу модель, мы увидели, что в течение времени она начинает темнеть. Поэтому вот если вы сразу возьмете, допустим, спонжик или какую-то ватную палочку и будете слегка убирать, вы всегда сформируете, смоделируете бровь, вы никогда абсолютно не ошибетесь, все будет в порядке. И плюсом у нас достаточно комфортная сама по себе кисточка, да, которая, если вот сейчас к нам, когда подойдут, покажут особенность в том, что обычно в наборах все кладут кисточки, да, да, Саша, они подойди к нам, гладенькие, пожалуйста. Да, да. Как удобно показать, то есть вот здесь видно, что она ребристая, да, и вот смотрите, за счет этой ребристости очень и комфортно наносить сам краситель. Ну или вдруг бывает, нет расчесочки под рукой, да, как бы вы можете и придать направление брови вверх. Потому что когда мы наносим краситель, мы сначала расчесываем бровь по направлению вверх, угу. А затем уже наносим краситель. И вот в этом случае она очень комфортна. Хорошо в руке, хорошо наносится краситель, очень удобно.
Ну и, конечно, использую, ну, представьте, допустим, я использую в течение практически года краситель, прокрашивая 2-3 раза, допустим, даже раз в 2-3 недели. То есть в зависимости от структуры волос. Если волосы очень плотные на брови, густые и хорошие, будет раз в 3 недели. Так. Если очень тонкие. И еще есть такая особенность. Чем наши прекрасные дамы пользуются дома? Каким ухаживающим средством? Ведь иногда для лица мы пользуемся, особенно в зимний период времени, достаточно активными жиросодержащими продуктами, которые, естественно, очень хорошо удаляют наш макияж, но при этом они будут удалять, естественно, краситель. В этом случае, если у вас какие-то есть очень сильные средства снятия макияжа, цвет с бровей будет уходить немножко побыстрее. Но и при этом, конечно, вы понимаете, все равно, вот если посмотреть, вот те, кто пользуется дома, ну там иногда покупают где-то там в аптеках, в каких-то магазинах тоже хну, да, при этом мучаетесь, там разводите, там чаще всего нет какой-то специализированной кисточки, да, и что потом, в чем разница, собственно, как да? Как профессионал касательно хны. Сейчас помимо натуральности есть еще такая очень интересная история касательно хорошего продукта, и он будет только натуральный. Это вот тоже такая история очень интересная. Смотрите, в чем особенность хны? Во-первых, это процесс определенный, заваривание, как его называют. Хну надо заварить. Во-вторых, это большее время выдержки. Если вы не профессионал, вы можете получить, честно, вот у меня приходили такие девочки, зеленую бровь. Вот не видели зеленую бровь? Нет, не видела. Я видела в своей истории зеленую бровь, потому что неправильно соединили хну, неправильно время выдержали хны. И, ну, то есть вот здесь уже хна, это вопрос профессионализма. И потом не всегда хна бывает, я скажу вам, натуральной, да? Мы не понимаем иногда, хна натуральная, она стоит достаточно дорого. Процедура более длительная по времени, она более требует профессионализма. И вот как раз, наверное, скорее возьмут либо ее в салоне, да, хну. Да. И еще, смотрите, какая интересная история. Если девочки, которые ходили в салон, а многие, скорее всего, сталкивались, после того, как вы сделали окрашивание хной, нельзя, чтобы на структуру брови попадала вода в течение 2-3 дней. То есть моетесь в душе очень аккуратно. А если вы в бассейне, ну это тоже очень большой вопрос, достаточно попасть в воде, и в том месте, где наносилась хна, может быть такие, ну это не профессионально, но называется проплешины легкие. То есть она будет уже некачественная. Ну, для меня 2-3 дня проблематично немываться, скажу вам честно. Здесь я покрасила, 25 минут прошло, я удалила просто ватным диском. Мне не надо ее там длительно протирать, чем-то мыть, какие-то специальные средства покупать. И я получила результат качественной брови на 2 недели. Ну, это же большой плюс, тем более, что действительно не надо постоянно подкрашивать брови. И если нет никаких-то высыпаний, раздражений на лице, не обязательно даже тональное средство наносить, потому что все идеальненько, брови подчеркнуты. Да, вот пишут, что краска с эффектом татуажа очень крутая, брала коричневую. Опять же интересуется, кисточка в наборе? Да, еще раз, смотрите, мои прекрасные дамы, в набор входит инструкция, краситель, входит стаканчик, оксид или оксидативная смесь и обязательно кисточка. Вот то, что сейчас вам показывает наш потрясающий, замечательный оператор, это находится в наборе. И вы можете спокойно взять, соединить дома. Ну, я думаю, что спонжики у всех есть, вот честно. Да, да, но да, в настоящее время это уже как бы тот атрибут для дамы, ну, приоритет всегда есть. Но и при этом, конечно, хочется отметить, опять же, промокод, потому что многие, возможно, смущаются и думают о том, что цена 502 рубля слишком дорогая. Но посмотрите, SSS555, именно такой промокод нужно вбить в вашем как раз-таки варианте корзины, когда вы добавили в корзину, там внизу есть графа промокод. SSS555, промокод на скидку 72%. И вот сейчас вот Марина спрашивает, а какая краска для бровей лучше, с татуажем или без? Здесь все индивидуально. Если вы хотите получить плотную бровь, четкую, с длительным недельным прокрашиванием, такая, я бы сказала, даже, знаете, немножко слегка восточную, да, брать крем-краску с эффектом татуажа. Единственное, что обращаю ваше внимание, коричневая, как сказала уже ранее Катя, она говорила, будет чуть холоднее пигмент и казаться, естественно, за счет прокраски кожи плотнее. Если вы хотите подчеркнуть бровь, у вас она достаточно густая, большое количество волос, сохраняет хорошо форму, и вам только надо скорректировать именно цвет самого структуры волоса брови, возьмите крем-краску для бровей и ресниц.
но и при этом, конечно, хочется отметить, вот здесь спрашивают, сколько будет действовать промокод, еще 10 минут эфира и еще ровно 1 час после его завершения. Но вот сейчас как раз таки у нас, я вижу, уже Катя там что-то кудесничает, доделывает, потому что реально только 9 минут остается, и при этом есть еще пару вопросов, так что давай сейчас мы, может, там ответим, да, на них. С удовольствием, для так. всех наших прекрасных дам, конечно. Как часто можно использовать краску для бровей и ресниц и татуаж? Смотрите, это тоже индивидуально. Мы можем использовать раз минимально в 2 недели. Это если очень тонкий волос, тонкая бровь. И мы пользуемся косметикой, которая достаточно содержит много ухаживающих компонентов и быстро удаляет краситель с волос, бровей. Угу. Если у вас достаточно сами по себе плотные брови, достаточно 3 раза в 3 недели. И еще, смотрите, какая интересная происходит ситуация. Вы берете краситель, и именно мы говорим, когда берете краситель один, да, выбираете цвет. У вас может быть с количеством определенных прокрашиваний увеличится пигментация в волосе, и это будет достаточно даже, ну, я уже крашу раз в 4 недели, потому что мне этого достаточно, волос сохраняет. То есть все в порядке получается? Да, исключением является летом, если мы на ярком агрессивном солнце, да, достаточно долго находимся, но у меня вот волосы быстро выгорают. Да, у меня тоже, несмотря даже на темные, да, но волосы. Но летом есть преимущество, знаете, когда лучше всего растут брови в летний период времени. Ага, ну конечно, они получаются там питаются. Да, и кстати, брови — это самый первый волос у нас на теле, который подвержен стрессам. И как только вы начинаете сильно нервничать, первое, что теряется, это волос на брови, поэтому не нервничайте. Ну да, да, да. Будьте прекрасными, пользуйтесь нашим продуктом, потому что я думаю, что вы получите вот прям, ну, хорошее удовольствие. Я как практик, там, помимо того, что мы являемся технологами, обучаем, мы еще практики. Мы до сих пор работаем с нашими клиентами для того, чтобы отслеживать, как ведет себя продукт, как ведет себя цвет, краситель. Ведь у нас не только брови, у нас профессиональные красители, профессиональные уходы за структурой волос. И я работала не только на марке «Концепт», у меня очень достаточно богатый опыт. Это первый краситель, который не вызывал неприятного ощущения, когда мы красим ресница, то есть не щипит глаз, нет какого-то дискомфорта. Знаете, вот бывает, когда красишь клиенту, и он потом говорит, у меня очень веко там, допустим, да, ну, чувствительное становится, не очень приятно. Или ему хочется большое количество воды как бы промыть, допустим, глаз. То вот настолько мягкий краситель, у меня еще как бы все мои клиенты, они просто полюбили. А во время пандемии не пришлось еще, конечно, им и... Оказывать, да, помогать, да, такого, скажем помогать, так, снабжать. Где можно взять? Да, вот да, если бы в период пандемии был прекрасный наш Озон, который мог бы сделать такой потрясающий промокод, вы знаете, очень крупно повезло. Да, им бы очень крупно повезло, потому что в тот период времени, мне кажется, им пришлось где-то искать более дорогостоящий вариант. Да. Но и при этом вот тоже есть еще вопрос, да, как, так вот, как это сказали, когда еще про хранение, собственно, да, то есть потому что вот вскрыли, да. И есть ли какой-то срок годности? Смотрите, если мы говорим о закрытом продукте, то это срок годности в течение 3 лет, можете спокойно сейчас закупить его в течение 3 лет, пока вы не вскрыли саму упаковку, она находится, вот мы видим, да, в герметическом состоянии, герметичном. Угу. Когда у нас произошло вскрытие красителя, то в течение года он является, ну, то есть как раз рассчитано на то количество процедур с расчетом где-то от окрашивания раз в 2-3 недели. Причем, смотрите, как интересно, девочки, когда вы вскрыли тубу, использовали краситель, как Катя сказала, надавливаем, выпускаем воздух, чтобы тут немножко появился крем, потом мы ее закрываем. Когда вы повторно используете, когда вы откроете туб, он от кислорода немножечко окислится, будет такого темноватого цвета. Вы выдавливаете окислившийся продукт для того, чтобы смешивать только белую часть красителя. Так, понятно. Но и при этом потом даже после вскрытия все равно, ну вот мы можем спокойно пользоваться. Конечно, в течение года спокойно. Причем не надо хранить в холодильнике, не надо где-то. Просто сложили все обратно в коробочку, да. Вот у вас поставили, смотрите, сколько мало места он занимает вообще, то есть абсолютно. Ну лучше вот в коробочке, чтобы герметично, чтобы нигде ничего, смотрите, да? Смотрите, я такой человек, как бы я люблю, чтобы порядок дома был, да, поэтому из-за того, что они достаточно миниатюрные, а у нас даже называется он мини-сет, да? Посмотрите, какой маленький стаканчик, ну прям вот он такой вот, да, всего. И чтобы это ничего не потерялось, у нас ни щеточка, да, мы потом не искали нашу прекрасную. То есть, да, мы все это складываем обратно в коробочку, посмотрите, как она прекрасно умещается у нас.
И опять, если вдруг инструкция у вас потерялась, у вас вся напоминалка находится также на коробочке. И все, и прекрасно хранится, нигде ничего не потеряется, никуда ничего не пропадет. Но и при этом действительно, что сейчас я не имею просто права не напомнить про промокод. Так, и вот как раз еще вопрос. Промокод сейчас у вас находится в правом углу экрана SSS 555. Вот я не знаю, вы знаете, Анастасия, вот периодически нам пишут, сравнивают с телемагазином, я не знаю. Вот тут есть параллельная инстанция, вот там да, но как бы там и на вопросы ваши никто не отвечает. Я не имею отношения к телемагазину, я являюсь блогером, и я спрашиваю у эксперта и представителя бренда про его собственный бренд, который он представляет, потому что Ольга, Катя, они являются технологами, и стало быть, если вам не интересен обзор, то пожалуйста, но мы разбираем здесь, вот я, Андрей, мы разбираем все детально с теми, кто представляет конкретно бренд. То есть, конечно. А давай еще буквально, пока у нас 4 минуты, напомним, что это вообще за бренд. Итак, торговая марка «Концепт» – это бренд, который предоставляет профессиональную продукцию на рынке для парикмахеров. Она существует с 2007 года. С нами выросло уже не одно поколение парикмахеров. И это не только крем-краска для бровей и ресниц, и крем-краска с эффектом татуажа. Это также красители, это уходовые продукты за структурой волос. Да, это также мы можем найти у нас прекрасные все те аспекты, которые требуются в профессиональной деятельности. И важным качеством является то, что мы российский бренд. Угу. У нас имеются и разработки, и прекрасная научная лаборатория, и прекрасные потрясающие творческие люди, команда, которая занимается тем, чтобы было удобно, комфортно мастеру. И мы рассчитаны как раз на тех потребителей, наших основных, обычных, простых людей, чтобы этот продукт был доступен во всех форматах. Слушайте, ну мне кажется, это действительно очень здорово, и при этом здесь пишут, что здорово получилось, хороший эффект. И вот Алена спрашивает, это эффект татуажа или просто окраска? Но я не знаю, но вот кажется, что это вот как модное пудровое напыление, да, вот что-то такое. Да, да, то есть мы видели разницу, какая была бровь, мы теперь видим, какая она стала. Какая она стала выразительной, какой томный стал взгляд. Она, видите, она уже хочет подмигнуть, да, она подмигивает. Сашка, держись, нам еще работать. Да. Она уже заглядывается на оператора, поводя, она знает, чем повести, да. Есть чем повести, да? Да, да, теперь есть чем повести. Достаточно просто поднять бровь, и оператор уже все понял, да, он, да. Ну, мы, я думаю. Понят. Надо держаться, Саш, держись. Но у нас буквально 2 минуты. А как? Ну а ты довольна вот результатом? Как, на твой взгляд, получилось идеально? Мне кажется, супер. Смотрите, на данных моделях получилось 2 разных эффекта. То есть здесь у нас кожа, можно сказать, нормальная, ближе даже к сухой коже, поэтому здесь себя краситель, который у нас является для бровей и ресниц, проявил себя очень плотно на коже, да, то есть мы здесь видим именно прокрашивание тоже на коже, хотя мы держали по времени гораздо меньше. Здесь мы держали в течение 15 минут, угу. Там мы держали 25 минут. Там у нас кожа у первой модели представлена более жирная, более пористая, поэтому там краситель именно с эффектом татуаж проявил себя, ну, не настолько плотно, как бы, да. Вот. И поэтому на коже он себя немножко по-другому повел. Можно в том случае, допустим, если вы понимаете, что у вас жирная кожа, увеличить время еще на 10 минут. То есть не 25 минут, а 35 минут. Ничего страшного не случится именно с кожей. Вот, волоски темнее не станут. У нас две девушки достаточно темненькие, брюнетки, поэтому на них очень гармонично смотрятся данные варианты оттенков коричневые цвета. Ну что ж, дорогие девушки, я вас очень благодарю. Екатерина, Ольга и, конечно же, бренд «Концепт», который сегодня был, две очаровательные модели. Спасибо огромное, что пришли. Пожелайте что-то нашим телезрителям, которые сейчас смотрят нас, кто-то через интернет, кто-то где-то еще на других ресурсах. Расскажите что-нибудь. Я хочу пожелать нам, замечательным дамам, быть, самое главное, довольной собой. Вот. Тем более весна. Да, мне кажется, это очень важно. Спасибо вам еще раз огромное. Мы уже с вами встречаемся не в первый раз, и мы снова ждем вас в гости на платформе Озон. Спасибо. Спасибо. Всем пока.